День добрый, уважаемые подписчики. А вы наверняка подписчики, вы же не просто так смотрите видео на нашем канале Guitar & Lux. Правильно, да? Я же прав? Так что, если вдруг кто-то еще не успел, я пока сейчас поболтаю, вы быстренько подпишитесь. Итак, сегодня будет ролик следующего характера. Без вообще, без никакого вмешательства, никаких рассказов, никаких продаж. Просто тупо послушайте вслепую. У меня сейчас есть здесь три гитарки. Искра Москва, Мартин и Кеп Мой В2. Вы не будете знать, на чем я играю. Сыграю простую мелодию, в которой будут открытые струны, открытым боем, что ну, весь характер инструмента был виден. Ваша задача понятная. Циферки 1, 2, 3. И вы в комментариях пишете, под номером 1 я играл на такой-то гитаре, под номером 2, под номером 3. И вот тогда и посмотрим, и послушаем, на самом деле, удастся ли вам вот ушами о том, что говорят там, какой там сустейн, избыточный, неизбыточный, в общем, вот это все сейчас будет понятно и ясно, да. Пишем мы вот на чудесную SE-шечку Z5600 A2, ламповый микрофончик. Виталий подключил сейчас звуковую карту. Напрямую все пишется, поэтому частота эксперимента максимальная. Поехали! Сейчас я возьму какую-то гитару, вы не узнаете, какая она будет. Такой вот замечательный эксперимент, как мы считаем. Пожалуйста, слушайте, теперь понимаете. Вот, то есть вот микрофон, сам уровень микрофона был настроен по одному инструменту, и все, мы его не крутили, то есть они все условия записи были сохранены для каждого инструмента свои. Поэтому вот теперь давайте попробуйте, вовлекайтесь в игру, давайте расскажите, где здесь был фирменный мартиновский звук, где здесь была кепма, а где была искра. Вперед, ждем ваших комментов.